Всех приветствую. Сегодня опять в нашем соборе Хальберштадт-дом. Слышу, там орган сегодня играет. Вход, причем съемка бесплатная. Пойдем посмотрим, сегодня пофантазируем на тему освещения в этом соборе. Магдебург я уже показал. Сейчас глянем здесь, что тут интересного. Конечно, и орган послушаем чуть-чуть. Все, орган закончил играть. Можно теперь пофантазировать. Сейчас орган сниму. Что в нашем соборе не так? Дело в том, что собор и все церкви, еще 5 штук, они стоят, центральный вход на север, вернее, бору на север, на запад. Вот это северная сторона. Та восточная сторона. Ну и справа южная. Там на самом верху, к сожалению, середина до сих пор закрыта. Наверху я насчитал 11 окон. Сейчас быстренько подойду и посмотрим, что тут можно увидеть-то. Хотя я уже прошелся. Колец пока я не увидел. Все немножко по-другому. Расположение собора другое. Причем очень сильно отличается. Нигде я колец пока не вижу. Середины входа нету. Сюда вход мне нужен. Там я уже как-то показывал давным-давно, что там есть вход вниз, в нижние этажи. Причем он так закрыт аккуратненько. Но это ладно, это другая тема. Это тема подземного города. То, что он здесь есть, я знаю. Не вижу я здесь. Ладно, этих окон. То самые верхние 11. Вот этих здесь, с этой стороны 4, с той стороны 4. Это будет 5, 10. 10. И вот здесь посередочке, как я говорил уже, немножко я по-другому говорил. Память подводит уже. Здесь вот один такой, и здесь их
Раз, два, три, четыре, пять. Пять штук. А наверху вижу много отверстий, но колец нету. Но здесь вижу другое. Возможно, здесь когда-то тоже стояла какая-то мраморная колонна. В данное время ничего нету. Причем, по-моему, она по центру. Вот этот фундамент, кусочек. Ну, допустим, фантазию включаем. Здесь стояла колонна. На колонне, допустим, мощный кристалл. Здесь у нас восточная сторона. Утром солнце сюда попадает и начинает разбрасывать во все стороны. Смею предположить, что вот здесь вот, хотя не уверен, ну вроде да, вроде нет. Вот этого маленького было, не было, не знаю. Не совсем понятно. Низ вроде нормальный. Сверху вроде как свежее сделано. Ну ладно, допустим, здесь окна были. Вот эти все вот. Вот пару резонаторов. Свет туда. Но туда я попасть не могу, дальше посмотреть. К сожалению. По южной стороне. Это у нас получается солнце. Дальше идет по южной стороне, вот по этой. Ну, сейчас вот здесь вот так видим. Много. Сейчас приближу, будет лучше видно. Сегодня такое на окнах. На всех. И посмотрим центр. Людей много сегодня. Наверное, из-за органа собрались. Даже есть брошюрка, когда органные концерты, но я про нее забыл уже. Вот это южная сторона. Здесь с юга уже как бы солнце вон видно, как попадает на противоположную сторону. Там тоже решетки, сетки какие-то натянули на окна. Зачем-то. Зачем там сетки на окнах? Причем окна, они не полностью, снизу немного заделаны. Там тоже по три штуки под окнами. Что-то вроде резонаторов. Сейчас приближу. В общем-то, высказывайте свои фантазии. Пожалуй, все я показал. Ну, вот эти окна. Там вижу за этими окнами еще окна. Вот за этими окнами. Да, там музей. Точно, я же там был. Там второй этаж музей. И в том музее там туда во двор еще окна. Колец нигде я не вижу. Может быть, они их и были, и убрали. А может и не было. Кто его знает. Там вроде реставрировано. Здесь
Непонятно. Сейчас посмотрим. Вроде нет. Вроде да. Ну, не знаю. Сейчас попробую с энергетикой чуть-чуть. Потом пойду схожу в другую церковь. Может быть, она открытая. Там я еще тоже не был. Посменно работаешь, плохо попадать. Когда они работают, у них свое время, у меня свое время.